Oh,
Господи святий. Ти, єдиний Бог, Творець неба і землі, сотворивши всю вселенную Словом Своїм, Тебе, єдиному Богу, наше поклонение сегодня в этом месте. Ты достоин. Достоин, достоин, святый. Принять всю славу, всю честь и всю хвалу. Мы, Отче Небесный наш, благодарим Тебя за любовь Твою. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты возлюбил нас, грешников, когда мы были абсолютно неправы пред Тобою, Господь, Ты явил милость Свою, отдал Сына Своего Иисуса Христа на Голгофу, на крестный путь, на смерть. Он взял наши грехи, Он взял наши беззакония, Он понес наши болезни и немощи и всякое проклятие на себе. И на этом кресте произошел этот божественный обмен, где Ты снял с нас и забрал у нас эту греховную природу и даровал нам свою природу и сделал нас сопричастниками своего божественного естества. Спасибо Тебе за это. Дал нам власть, явил нам любовь в том, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, рожденными не от крови и плоти, но от нетленного Слова Божьего, которое пребывает вовек. Спасибо Тебе, Отче Небесный. Мы почитаем Тебя сегодня на этом месте. Мы открываем свои сердца, Господь, и мы просим, говори сегодня к нам. Пусть Слово Твое, как хлеб с небес, как вода живая, сегодня изливается на это собрание. Я молю Тебя, Боже, Отец наш Небесный, коснись сегодня каждого в этом зале, каждого, без исключения. Каждое сердце, каждую душу прикоснись, Отче. Прикоснись Духом Своим Святым. Наполни нас всех светом Своим. До преизбытка. Нам нужно Твое присутствие, Господь. Куда мы пойдем без присутствия Твоего? Куда мы пойдем без Духа Твоего, Господь? Великий Божий, мы открываем свои сердца. Мы склоняемся сегодня перед Тобой на этом месте. Воистину, воистину Ты великий Бог. Мы почитаем Тебя. В Твоем святом присутствии растворяются всякие оковы рабства и зависимости. В Твоем святом присутствии отступает всякая немощь и болезнь. Пред Твоим святым присутствием трепещет весь духовный мир. Излей свое святое присутствие. Священное Писание говорит, соединяющийся с Господом становится один дух с ним. И мы сегодня на этом месте соединяемся с Тобой, Господь. Великий Божий, являй силу Духа Своего Святого на этом месте. Во имя Иисуса. А будет раз.